Ваш самый лучший совет, который вы когда-либо давали. Поэтому первый вопрос — это ценность. Второе — близость к определенным людям — это сила. Если вы хотите достигать цели, вам нужно быть среди лучших из лучших, и тогда что-то будет происходить, если вы общаетесь с такими людьми. А один мультимиллиардер научил меня как-то этому, он сказал: «Тони, ты хочешь снять фильм? Это будет легко, потому что ты общаешься с людьми из Голливуда, там есть 25 или 30 человек, я вижу тебя в эпизодичных ролях, потому что у тебя много клиентов, режиссеров, актеров из этой среды, они хотят включать тебя в свои работы. Но если ты хочешь вернуть сделку с IBM, у тебя ничего не получится, ты никого не знаешь, ты не общаешься с этими людьми. Да, это возможно, на это уйдет просто очень много времени, поэтому по твоим целям, в соответствии с ними, ты должен общаться с инвестбанкирами». Он говорит: «У меня никакого плана нет». «Да, но общайся с ними, отведи кого-нибудь на обед». Пару лет я общался с ними в таком режиме. Конечно, завязались какие-то дружеские связи, но результатов не было. И затем вот одна из этих дружеских таких связей, она принесла мне миллионы, миллионы долларов. Мы вывели компанию на IPO. Можно было работать всю жизнь, но такого результата не было. Поэтому я должен был общаться близко с такими людьми. И поэтому я всегда бросал себе вызов, чтобы общаться с людьми, которые играют в игру жизни на более высоком уровне. Поэтому необходимо повышать и свои стандарты, общаться с людьми, генерировать ценность, вот тогда возникают возможности, потому что близость — это власть.